Работа частной авиакомпании FlightJet, которая обслуживает чартерные бизнес-рейсы, сегодня была парализована. В ее офисе весь день шли обыски. Шокированные сотрудники рассказывают, в здание ворвались вооруженные люди в масках, которые повалили персонал на пол. В таком положении людям пришлось провести несколько часов, то есть все время, пока неизвестные изымали документацию, взламывали телефоны и компьютеры. Во FlightJet происходящее связывают с бывшим генеральным директором компании Владимиром Аном. Корреспонденты КТК отправились на место, чтобы выяснить детали. Вот так сейчас выглядит офис частной авиакомпании FlightJet в Алматы. Повсюду разбросаны документы, у персонала взломаны компьютеры, вскрыты телефоны. Сотрудники говорят, это последствия визита вооруженных людей в масках. Они неожиданно нагрянули в фирму и несколько часов что-то тщательно искали. А что конкретно интересовало незваных гостей, никто не знает. Это было страшно, у меня мандраж до сих пор, я дрожу. Да, вот. Отдышаться до сих пор не можем. Ну, как бы завтра на удаленке будем, потому что в таком состоянии. И не факт, что это не повторится, да, завтра. Не объясняют, то есть статью так быстро-быстро прочитали. Это было по статье вымогательства особо крупных размеров, как я поняла. Заявителя нам не озвучили, кто это. Ознакомиться с материалами дела сказали, в последующем можете. Персоналу и руководству компании пришлось пролежать лицом в пол почти весь день. То есть все время, пока по кабинетам ходили бойцы специального отряда быстрого реагирования. Их было около 30 человек. Они запретили сотрудникам не то что вставать, даже переговариваться между собой. Это я так вот здесь лежал на земле. То есть сразу прибежали. Вы очень вежливо говорю, здравствуйте, вы по какому вопросу? Мордой в пол положили, руки за голову, потом за руки вот так еще тащили по полу. Вот, соответственно, это все вот последствия. Изъяли полностью компьютеры бухгалтерские, изъяли компьютеры у коммерческого отдела. Некоторые сотрудники все происходившее сегодня в офисе расценивают не иначе, как налет. Для меня это было вообще шоком, да, то, что сюда приехали и силовые, то есть мы что тут, мы бизнесмены, мы просто делаем то, что мы умеем. Я считаю, что это рейдерский захват, то есть и больше ничего. То есть, ну, это во всяком случае, это очень сильно на это похоже, то есть рейдерский захват, то есть путем силовых структур. Известно, что из офиса FlightJet бойцы вынесли несколько коробок с документацией. Что именно забрали и куда все увезли, юрист авиакомпании не знает. Руководство пытается установить причины вероломного обыска. На место вызвали прокуроров. Боржамсидов Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.